Доброе утро, день, вечер, ночь. Так, мы продолжаем. Я тут продал все лишнее. Модернизировался. О май. Где? Надо проверить, жив ли Серпо. Да, ну мы проверим. Он будет нашим козырем в переговорах. Да, ты картежник хренов. Ух, ах, какая штука хорошая продается-то. Так. Так. Че лучше-то? Ага, нахрен-то. О май. О, е. Юма. Военных прислать еще один сможем улететь вертолет. Он в рабочем состоянии. Да, я обещала с вами пойти. Но все-таки я не смогу покинуть это место. А что тут? А что тут? Мне нужна ваша помощь. Вы не подумали проверить? Можете для меня не помешало бы осмотреть пляж. Кто его знает, что там найдется. Давай. Молоточек, ну ладно. Да. Храни вас Бог. Только, пожалуйста, будьте осторожнее. Там много этих тварей. У меня ничего не осталось, кроме этого кинотеатра. Не помешало бы осмотреть. В живых, может понадобиться. Договорились. Можете мне кое-что принести? Вы ведь врач. Вы можете объяснить? Что-то задание не берется. С этой книжкой. Что за книжка? Попробую. Ты все время везде какие-то книжки оставляешь. Чем я могу помочь? Клиники. Если мне удастся пустить по ограде ток, кабель эко. Ток как? Конечно. Что-то задание не берется. Да, я обещала с вами пойти. Ну ладно, так что. Пойдемте, меня уже тошнит от этого места. Меня от тебя тошнит. Заткнул хлебальник, тварь. Это еще не конец. Если слушай, заткнись нахер. Мы заставим военных прислать еще один вертолет. А вместе с Серпо улетят и все остальные. Так, здесь ничего нет, что ли? Не. Печалька, ничего нету. А, ящик есть, да? Который не открывается. Спасибо. Спасибо. Так, что там по заданиям? Тихая гавань. Найдите ящики. Чё? Не хочу. Найдите дом Сильвии. Вот это хочу. Я так понимаю, я могу назад вернуться, да? И поговорить с доктором это Кеслером этим. Да? Если Серпо жив, он будет нашим козырем в переговорах. Мы заставим военных... Да заткни ты хлебальник свой. А вместе с Серпо улетят и все остальные. Сейчас ты у меня улетишь. Пора начать возводить баррикады. А чё, куда идти-то? Эй, вы чё, слышишь? Ну-ка, дай-ка.
сейчас должен молиться, чтобы я до него не добрался. Иначе я ему всю морду... Ты уже в прошлой серии это говорил, иди нахер. Так. Ой. Ой-ой-ой. Вы меня запустите обратно-то? Уи-уи, не, не хотят. Уи, хе-хе-хе. Оу май. Есть что полезное? Вот. Матака? Паромный тест? А, вот. Лаборатория. Сейчас по старым локациям можем пройтись, посмотреть, что тут происходит вообще. Эй, доктор. Ух ты. Так, дай-ка я вскрою. Говнище. Там ничего хорошего. Черт, статья об исследованиях Маркуса в биологии. Впечатляет. Да? Ну ты, значит, единственный такой из нас двоих, кого впечатляет. Как интересно. Химическая основа этого старого оружия обладает мутагенными свойствами. Должно быть, австралийцы вступили с ней в контакт. То есть ты знаешь про катакомбы и ничего не знаешь прочего. Интересно. Вот, держите. А это вам, пожалуй, пригодится. Вы мне не поможете? Клюшку дал мне, дурак, вообще. Мне для изобретений нужны электродетали. Да, постоянно задание дебильное. Я тебя понял, ну-ка. Чем больше электронных деталей, тем... Я все понял, до свидания. Клюшка мне дал вообще, баран. Ай, блин. И это все ради вот этой помойки. Да. Побочное задание ради клюшки. Благодарю. Давай в Халай сходим, чё там-то. Халай-бахалай. Оу, детка. Пожалуйста, поищите моих друзей. Да ищу, ищу я. Что у нас тут? Я не искал, ну ладно. Пожалуйста, поищите моих друзей. Чё, здесь ничего? Ну... Да ёб твою дивизию. Чё, совсем ничего? Наркоман. Более утоляющих нет, иди нахрен. Да, раздевайся. Ну хрен знает, посмотрим. Клюшка.
Уже бегу. Паромная станция. Чё, как тут дела? Понятно, никак. Ясно. Бессмысленно. Пытка не пытка. Попробуем пробежаться. Нигде сильно не задерживаться не будем. Потому что нам надо выполнить пару заданий. Там мне какую-то катану обещали хорошую. Что, тваклин что ли? Ёб твою мать. Выпустите меня отсюда. Что-то я в жопу как удошел. Ладно. Да, Вакин, ты чё? Ишь ты, это сама. Колюшки. Чё тебе дать-то? Дай! Да. Иди, сука. А это что такое? Ну давай зайдем, посмотрим. Задерживаться не будем, но все так привлекательно посмотреть. Но по большому счету тут заданий-то не так много осталось. Даже те несколько, которые я пропустил, побочки, они не такие уж интересные. Опа. Мы стараемся вести себя потише. Здесь повсюду зараженные. Нас осталось только двое. Жека, в тоннелях укусила какая-то гадина. Поскольку я до сих пор жив, мы надеемся, что и с ним все будет в порядке. Может, а чё, я куда надо что-то сразу иммунитет? Мы на пристани, но, похоже, паром не работает. У Джека тоже семья в Хендерсоне. Надо найти какое-нибудь плавсредство и перебраться. Надеюсь, в воде военные не станут по нам стрелять. Впрочем, кому тут можно доверять?
Гражданские нас презирают, военные считают предателями. А вдобавок еще и жертвы эпидемии. Для них мы просто мясо. Да. Так, не буду больше шуметь. А то они меня услышат. На вид вы вроде здоровые. Похоже, вас накусали. Пойдемте наверх, я присмотрюсь получше. А это сюжетка или что? Куда я пошел-то? Закрой дверь, падла. Все двери тут открыты оставляют, душу шокует-то. Оу май. Оранжевые мачете или вот пожарный топорик оранжевый, было бы, конечно, круто купить. Я врач, пытаюсь ухаживать за этими пациентами, но у нас отключилось питание. Да? Чем я могу помочь? Несколько часов назад отключилось электричество, и я не очень понимаю, как его восстановить. Боюсь, тут могут быть замешаны пострадавшие от болезни. Я не могу рисковать. Я здесь единственный врач. Вы можете проверить центральный щиток? Говно вопрос. Томагав, давай. Электрощиток находится в подвале. Только будьте осторожны. Если с вами что-нибудь случится, я никого не смогу отправить на помощь. Да ладно, че ты? Мог бы сам давно бы сходил, да? Ну это побочка какая-то. Оно и хорошо. Оу. Торгаш. Короче, ну нахер эту клюшку. Ну, подвал так подвал, чё, не впервой. Ой. Все время они идут в подвал зачем-то. Что там медом намазано, что ли? Где у вас подвал-то? Ну, наподобие данжа, только ты задание берешь прям здесь. Ёб твою мать. Ну это так, попробовать решил. Нормально навалит. Бабам. Стал, короче. Тихо, 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 разогнался ты. Что, фонарик погас? Да так свет будет. Ещё твою мать. Ну ты там дышишь так вообще? Ёб твою мать, куда я нажал? Долбоёб. Зато я их всех убил.
О, здесь обширно. Бинго, бинго. Ух, ни хрена тебе это на блевотину. Тихо. Хиджаб, тихо. Тумаков, хорошо. Сейчас, подожди, сейчас я гляну. О, бомба липучка, что-то такое. Раз плюнуть. Два плюнуть. Три. Черт, плюнуть. Похоже, предохранитель полетел. Ёб твою мать. Ты так легко не отделаешься, это было понятно. Помог больничке, блин. Слышь? Вы выяснили, в чем дело? Да. Да, все из-за щитка. Найдется лишний предохранитель? Нашел кого спросить. Простите, не знаю. Но рядом с армейской базой есть магазин. Называется он, по-моему, у Грега. Там должны быть детали. Только поосторожнее с владельцем, он несколько грубоват. Мне есть успокаивающее мачете в жопу. Вон тополь в голову. Сразу это самое манерами научится там, это самое. Ой-ё. Я тебя сразу продам, ладно? Не, ну это нормально, что вытащил прям из-под жопы что-нибудь и тут же продал чуваку. Нормально. Так, армейский магазин. Рядом с чё там? С частью военной. Так, подожди. Так. Военный пост. Сюда, что ли? Так это военная часть или ванпост? Вы чё, вы определитесь? Не разминируется, ну ладно. Ой. Никого? Так вот она, военная база. На вид порядок. Ты чё, дурак, ты здесь был? Ты алкоголик, блин, а? Алкогольная энцефалопатия, что ли? Деменция? Ты что, дурак, что ли, совсем? Ходил здесь. О! Прикинь! О! Да ладно. Сюда, что ли? Это ты про него невежливый, он? Ебанутый, блин. Оранжевый, давай. Молодец. Продадим, может быть. Большой гвоздь. Не столько в голову ему вогнать. А, вот и предохранитель. Не, ну игра добрая просто, поэтому чё.
Понятно, чем ходить. Оранжевый этот автоматик получше. Винтовку автоматическую, полуавтомат. Чё? Чё там? Здорово. Ёб твою дивизию. Да? Ты сюда? Блин, и тут же задание какое-то. Какого-то этого спасти. Так, что это у нас? Блин, ты ёма. Давай. А, вон он. Да? Да я вижу, вижу, вижу на крыше. Давай, идите сюда все. Куда? В обход она, ага, сейчас. Поднимайтесь, я вам кое-что дам. Ничего, что я уже поднялся. Я уж думал, мне крышка. О, ты какой... О, ты торгаш. Ну-ка, дай-ка сюда. Ты смотри, что творится-то. Винтовка, пистолет, рыбак. Все, все нормально. Все, все, все. В принципе, это тоже можно продать. Она все равно валяется там. Подойдите, все время. Приглядитесь. Уже пригляделся. Это я хорошо зашел, да. Скат Джеффри Нейпа, что-нибудь такое. Блин, тут в Хендерсоне что-то до хрена всего. Прям глаза разбегаются. Чужатки отвлекли. Оружие дают. Задание. Всем хамили. Ой. А что это вы тут? Вас не дохренали, ребят? Чё вы охраняете-то? Бам! Ничего себе ты, блин, этот, Бэтмен. Ну чё, по одному? По два я не согласен. Во-во-во-во-во. Ёб твою мать. Заткнись. Оу май. Учиться, учиться, учиться. Джеффри живой труп, это кто такой? Это я уж или кокнул? О, это я такой крутой?
Ух ты, ну это нычка, это нычка, это просто нычка была. Хотя, там можно дальше зачистить. О, здорово. Лежал бы ты, не вставал бы лучше. Ты откуда, дама? А? Ты думаешь, я тебя не слышу? Топчет он тут, блин, а? Падла. О, это модификация. Удар по площади. Типа задевает всех остальных. Ух ты. Я тут. Мясо, мясо, мясо. Ух ты. Ёба, твою мать. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Чё? Ты где? Ну, дверь ты не умеете открывать. Падла живучая. Падла. Так, что мы можем это самое? Типа оружие. Стрелковое. Ну давай, тоже пригодится. А что тут было спрятано? Помимо еще нескольких трупов. Где? Педикюр тебе. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Брейк, брейк, брейк. Денсер, блин. Маникюр. На говно продадим. О! Пиранья! Я, брат, не знаю, что это такое. Ну ладно. Чё шо, блин? За модификации, ну я понял. А что у нас здесь? Ты урон. Хорошо, не бумаги. Так.
Вот здесь я еще не был по прямой, да? Здорово. Я так понимаю, найти серп и молот мне надо для того, для сюжетки. А вот хату Сильвии это так, понты. Здесь жил лорд Хендерсон, тот да самый ладно. Парень, который город основал. Плюс один ему за чувство стиля. Но вот за сколько. Ух ты, еще тёлка. Да ладно тебе, что ты я. Здорово, лови. Ну, я жду. Ё, твою мать. Ай, 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 ай. О. А ты кто? Куда музыка? Или это я включал? Я уже не помню. А чё это тут, а чё это? Здорово. Впереди нас ждет великий путь, полный опасности. Мы знакомы, что ли? Добрый час вы сюда едете. Ты чё, дурак? Свое истинное имя я вынужден хранить в тайне, но добрые островитяне знают меня под прозванием Зомбинатор. Настал мне срок перепоясать чресло и избавить сию долю от Зомбинатор. Но без моих регалий даже моя хваленая удаль бессилен. Поэтому я и вынужден просить вас об услуге. Принесите мне мой плащ доблести, сапоги силы, а главное — рыбу. Ты ёбнутый, да? Ну, решено. Отлично. Так вот, рыбу — это важнее всего. Главное — не забудьте рыбу. Поехавший. Ну-ка, что там сверху-то? Блин. Ой. Поехавший чувак, здорово. Серьезные баблишки. Да я тебя вижу, ты самое. Руки не устали махать-то. Кто машет, машет. Здорово. Машет, машет. Это я что ли включил готов? Параша играть, что ли? Не, ну музыка, ну это говно. Неудивительно, что они так. Да вижу я тебя, покойся ты. Better get out of sight.
А чё, как до тебя добраться-то? Мил друг. А, всё вижу. Что значит, кто-нибудь, ты кроме меня вообще кого-нибудь видишь из-за банков? Ух ты. Девайся. Что это там? Музыка? Вот поэтому они и лезут. На любой громкий звук. Ах, вот оно что. Музыка играет внизу в ресторане. Я так торопилась, что даже не подумала ее выключить. Майкс. Вы можете выключить музыку и прогнать их? Я дам вам ключ. Умоляю, не бросайте меня. А, ну гранат давай. Я заперла там своего начальника, когда он полез на меня. По-моему, его укусили, он стал одной из этих. Осторожнее. Какая сучка мстительная. Могла просто уволиться. Да это ты падла какая, а? Мой начальник все еще там. Да я понял. О. Да заткни ты, хлебальник. Адский колокол, блин. Ёб твою мать. Да заткнись. Мне еще... Вырубить сигнализацию. Мне еще сигнал. Надо вырубить свет. Рубильник, наверное, где-то снаружи. Ну, замечательно вообще. Так и подставу поперли. Карате, 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 танцы. Капуэра. Ёбаный. Смотри, что происходит. Откуда вы взялись-то, дебилы? Сдохни! Где? Фу. Слушай, на них отравление подействует отлично. И где мне искать? Ты смотри, задание, блин. Прогулялся, блин. Подстава! Дамочка, это подставущий за вас. Ты, блин, ну расплачиваться будешь очень жестко. Воняли-то, ё-моё. Ну и где? В какой заднице? Попутно здесь можно полазить. Ух ты, токсин-то еще круче, наверное, да? Это явно где-то поблизости. Ага. Это я в какую-то задницу просто пошел, надо назад. Кия, 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 да. Твою мать. Фу-фу-фу-фу-фу, наманяли-то. Заткни хлебальник. Все подготовлено. Блин, у скинжа он был, падаль.
девушка. Сейчас будешь расплачиваться. Огромное спасибо. Пока мой босс не стал, мы узнали про полевой госпиталь неподалеку и хотели туда отправиться. Пожалуй, туда я и пойду. Вали, вали. Здесь меня больше ничто не держит. Мой начальник был хорошим человеком. А потом... он... как такое могло случиться? Ну, это я что-то вот, вывоз возьмите, ним. Пожалуйста. Это вам за все, что вы ради меня сделали. Ладно. На этом серию я закончу. В следующем мы продолжим тут лазить по всяким местам. Исследуем еще пару серий, прежде чем дальше проходить игру.